блестящая ты моя. Рассказывай, кто ты? Федорова Мария, Нижегородская область, поселок Бутрулино. Из поселка. Какой доход был до? 15-20 тысяч рублей. А сейчас какой в игре? 170 тысяч за 2,5 месяца. Супер, детка. Девушка, как вас зовут? Алена Наймаева. Откуда? Нижний Новгород. Какой был чек, ну, доход до этого? 50 тысяч максимум. А сейчас какой в игре? 750. 750 тысяч, красотка. Девушка, а девушка, вы кто? Елена Евдокимова, город Тюмень. Какой у вас был, Елена Евдокимова, доход до игры? Ноль. Я в декрете, в двойном. А сейчас какой, Елена? 115 тысяч. Девушка, а девушка, как вас зовут? Я Роза. Роза, сколько у тебя был доход до игры? 1020-30. А сейчас, Роза? 390. Красотка. Умничка. Как вас зовут, девушка? Галина Булкова. Откуда вы? Город Канск, Красноярский край, Сибирь. Я рядом. Какой доход был до игры? 1080. А сейчас какой? 22. В первые две недели. Не знает Катю, тот помидорка. Кать, кто ты? Кто я? Да. Екатерина Шачева, город Нижний Ломов. Нижний Ломов. Я впервые узнала это место только от Кати Шачневой.